Воздействие на точки соответствия по принципу подобия немедленно проявляется на уровне всего организма, поскольку сосудистые изменения происходят наиболее быстро. Известно, что кровопускание из кончика большого пальца устраняет приступ головных болей, вызванных приливом крови к голове. Показания для точечного кровопускания включают явление местного застоя крови, хронические воспалительные заболевания. Специфичность этого метода связана с широким спектром влияния на организм человека. Многовековой опыт лечебного кровопускания в настоящее время получил практическое применение и необходимое теоретическое обоснование в суджок-терапии. Правильное использование этого вида лечебного воздействия предоставляет еще одну возможность для борьбы с болезнями.